В этой истории много неясного, хотя резонанс она уже получила. По адресу, указанному в официальном сообщении, мы собираем по крупицам информацию, интересуемся у соседей, но им мало что известно. Звоним в квартиру. И дверь открывается. Никто информацию от нас не скрывает. Что произошло, рассказала дальняя родственница. Заходила в туалет, неожиданно рожала. Это говорила с головой, на упал на унитаз. Вот так сказала. Ну, просто вот так сидела, ну, когда встанет, ну, упала, говорю. Ну, я сказала, а чего тебе случилось? Почему ты меня пораньше, хотя бы надо сказать, мне плохо, давайте проходите. Зачем ты это вообще скрываешь? Потом она сказала, я сама не знаю, я просто шок состояния. Как? Я как? Произошедшее у родных вызвало шок. О деталях говорить рано, тем более давать оценки. Расследованием сейчас занимаются компетентные органы. Согласно заключению эксперта, смерть младенца наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Установлена роженица. Это гражданка одного из соседних государств 1990 года рождения. В настоящее время женщина задержана, ее допрашивают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и причины совершенного преступления. Конечно, многие вопросы получат свои ответы. Но главное из них – как не допускать никогда ничего подобного. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.